А сейчас возвращаемся к сообщениям о перестрелке в Ульяновске. Полиция выясняет обстоятельства ЧП в одном из дворов на улице Ливанова. О конфликте с применением оружия сообщили очевидцы. Первые кадры с места происшествия они публиковали в социальных сетях. На них видно, что на месте работают полицейские, а на снегу разбросаны гильзы. По предварительной информации, повреждения получили два автомобиля. Пострадавших в результате стрельбы нет.